Всем привет, и сегодня я покажу главный католический собор Нью-Йорка. Это собор Святого Патрика, который находится на пересечении East 50th Street and 5th Avenue, недалеко от Рокфеллер-центра. А сейчас я зайду внутрь и покажу вам, как там красиво и как украсили этот собор в канун Рождества. Thank you.
интересное место. Как нам говорят историки, этот собор был построен в 1850-х годах. Но ссылаясь на другие исторические факты, я думаю, что этот собор был построен значительно раньше. Конечно же, в это время здесь наводится порядок. East 50th Street перекрыта полицией, чтобы разграничить трафик. Happy New Year. She didn't say.